Виталий, приветствую тебя. Традиционно для нас вторая встреча за неделю, среда, мы разбираем с позиции техники, с позиции фундамента то, что интересного нам удалось найти. А сейчас финансовые активы, я имею в виду, если категорию защиты брать и риска, показывают хорошо выраженную трендовую динамику. Мы с тобой, в принципе, преимущественно работаем по тренду. Друзья, очень надеемся, что вы работаете по тренду вместе с нами, потому что в таких условиях рынок раздает деньги, и нужно их, конечно же, забирать. Давай тогда начнем с меня, с демонстрации экрана, пробежимся по идеям прошлого и что интересного в моменте сейчас. Секундочку. Так, ну, скажем, да, рынок идет по тренду, но на этой неделе немножко задерги были, да, в обратную сторону, да, и евро, и индекс доллара, то есть так немножко. Угу. Так, Виталий, дай фидбэк, пожалуйста. Да, видно. Так, отлично. Начнем с индекса американской валюты. Ты прав совершенно, то, что периодически мы видим довольно внушительные отстрелы в другую сторону, которые, в принципе, могут неопытных трейдеров заставить подумать, что тренд сломлен и, может быть, ситуация изменилась. Но, друзья, с позиции фундамента я допускаю то, что с точки зрения техники может быть совершенно иная точка зрения. Но я вещаю с позиции фундамента. Могу сказать, что пока мы, как те, кто делает ставку на снижение курса доллара, все-таки работаем с экономическими проблемами в США, с ожиданием того, что эти проблемы будут заливаться деньгами, тренд на ослабление доллара, он останется таким незыблемым, он продолжится. Мы в прошлый раз с тобой комментировали, ну, я комментировал ситуацию относительно того, что ждем пробоя поддержки 92.11. В принципе, мы сейчас чуть-чуть ниже находимся этого уровня. Следующий уровень поддержки 91.72. Его тоже нужно ломать. Мы видим то, что индекс доллара даже при насыщенном фундаменте не волатильно, не интенсивно ходит. Поэтому снова обращаю внимание тех, кто ищет довольно консервативную сделку без свопов, и индекс доллара прекрасный, друзья, для вас вариант. Короче, почему снижаемся? Потому что сейчас доллар очень сильно переживает за собственное будущее, поскольку к власти, ну, можно сказать, уже пришли демократы, Байден, который сделал первое назначение, это Джанет Йеллен, которая займет пост министра финансов США. И все меры экономического стимулирования, о которых мы ранее говорили, они, их можно уже умножать в 2-3 раза, потому что Джанет Йеллен – это человек, который топит за более агрессивное стимулирование. И работая в связке с Джеромом Пауэллом, который не совсем и не всегда дружил с Трампом, я думаю, что у них очень классный может получиться тандем, когда экономику будут насыщать деньгами. Они не будут думать о последствиях. Оба преклонные старики, что Джанет Йеллен, что Джером Пауэлл, о последствиях будут думать уже те, кто придет на смену им. Но сейчас они, конечно же, будут щедры на вот эти бабки, которые мы ждем, как те, кто следят за общими тенденциями на рынке. И я, друзья, рекомендую вам все-таки держать короткие позиции. Здесь, скажем, вот я слежу за этой ситуацией по поводу, вот ты сказал, уже там назначение нового министра финансов Йеллен и Байдена. Здесь еще под вопросом это все стоит. Почему? Потому что идут суды по поводу голосования. Плюс это все сейчас расследуется. Возможно, кто-то будет, многие будут сидеть, и, возможно, многие из демократов, потому что они этим занимались. И посмотрим. Мне интересно самому, как это все будет, потому что много информации. Даже сейчас выступал недавно Помпео и говорит, мы уже готовы передавать бразды правления новому президенту Трампу. То есть Трамп. В таком формате. Да, Трампу так оговорился, и все такие там вопли, сопли от этих всех демократов, то есть и так далее. Поэтому очень интересно, конечно, выборщики когда где-то в середине или начале декабря. 14 декабря. Да, то есть мне самому интересно, я за этим наблюдаю. Я думаю, что я сугубо на это все наблюдаю с точки зрения просто информации. Да, это я не использую как, скажем, в трейдинге. Просто сугубо интересно наблюдать за этими действиями. Как, конечно, я не утверждаю, что так будет. Я просто смотрю новости, читаю,
скажем, интересно. Интересно, как это все произойдет. И если реально Трамп победит, то вот многие будут с демократов сидеть, это 100%, потому что мы знаем не только в США и в странах СНГ за фальсификацию выборов идет хороший такой уголовный срок. За фальсификацию. Там много-много дают. У нас, я знаю, где-то 10 лет дают или сколько. Ну, дают много за много вещей, однако доказать на таком уровне почти невозможно. Да. Короче, ладно, будем следить за ситуацией, но я думаю, то, что все-таки, ну да, до 14 декабря можем, в принципе, топить как и за Трампа, так и за Байдена, кому кто больше импонирует. Но факт таковы, что поддержки Трамп не получил той, на которую рассчитывал. И я считаю, что просто отрицать победу демократов сейчас, наверное, отсрачивать то, что не нужно отсрачивать. Демократы пришли к власти, ну и пусть. Они особо не идут в разнос с теми идеями долгосрочными, которые ну, я приветствую, так же, как и ты, наверное. Если говорить не о каком-то там внутридневном трейдинге, а, например, говорить о планах на инвестиции и работы с фондовым рынком США и с облигациями, демократы могут быть даже более интересными и более удобными политиками для тех, например, кто верит в неизбежное продолжающееся ралли фондового рынка США. Так, ладно, давай тогда с индексом доллара определились. Вот как раз он все ниже и ниже, 92 пункта поддержка. Вот-вот. Да, пока я, как и в прошлый раз, понедельник, и сегодня я согласен по поводу того, что индекс доллара вниз смотрится. Так, по европейской валюте тоже здесь у нас тенденция предсказуемая с учетом того, что происходит с долларом. Цель ближайшая, отметка 1.19, ну, она, можно сказать, сделана, но это была цель, которая, ну, 100% легко можно было тогда считать прогнозируемой, и сейчас останавливаться ни в коем случае не нужно, ближайший ориентир это 1.20. Так, я в прошлый раз давал две рекомендации по новозеландцу, то есть покупали мы с уровня 0.6920 с тестом 0.70. Друзья, сегодня, кстати, те, кто не выходил на отметке 0.70, нужно держать позицию. Я бы даже рекомендовал перенести тейк-профит в район уже 0.72 и повыше. Сегодня выступал на азиатской сессии глава Резервного банка Новой Зеландии, который весьма недвусмысленно дал понять то, что регулятор заинтересован в более низком обменном курсе новозеландского доллара. И именно мягкая монетарная политика Резервного банка Новой Зеландии, текущая ситуация с обменным курсом, все это способствует тому, что экономика Новой Зеландии может быстрее, чем многие другие развитые рынки, страны выкарабкаться из серьезной ямы экономической, в которой все оказались из-за ситуации с пандемией. Думаю, то, что на долгосрок новозеландец является очень хорошей сделкой для покупок, это как раз для тех, кто интересуется именно сделками на месяцы вперед. Вот, по-моему, в прошлый раз я комментировал прогнозы от Morgan Stanley, они полагают, то, что будет 0.75 до конца первого полугодия 2021 года. Кому интересны такие ожидания, друзья, присмотритесь к ним. Так, также была сделка по рынку нефти, то есть здесь я рассчитывал на снижение, через отложку предлагал работать потенциально дальнейшей коррекции с уровня 44.50, но рынок нефти сейчас плевал на весь негатив, как я отметил ранее, и мы уже фактически в районе 50 долларов за баррель психологической планки. Очень все верят в вакцину, очень все верят в восстановление спроса, в оздоровление мировой экономики, еще ситуация на Ближнем Востоке из-за вот нападения йеменских хуситов на объекты Саудовской Аравии. Не знаю, во что это выльется, но геополитика традиционно, особенно на Ближнем Востоке, то, что классически способствует сохранению восходящей динамики по Бренту и WTI. Я думаю, то, что следующим важным событием по нефти будет уже заседание ОПЕК в начале декабря. Оно состоится. От того, какое решение будет принято, уже будет ясно, стоит ли рассчитывать на то, что Брент окажется выше полтинника, или бы все-таки произойдет слом тренда с возможностью ухода котировок ниже тех уровней, с которых мы начинали, собственно, вот это восходящее ралли, возможно, даже ниже 40 долларов за бар. Но это разговоры уже ближайших, последующих совместных с тобой эфиров. Сейчас в сухом остатке, что имеем в моменте? Я предлагаю дальше работать с индексом доллара, прям рисковать, брать короткие позиции с текущих значений с целями в районе 91.50.
По евро-доллару добиваем до отметки 1.1950-1.20. Ну и по новозеландцу цель уже сделана, ближайшая. Снова повторюсь, что те, кто хочет все-таки дождаться больше профита, после повторного теста 0.70 не закрывайтесь. Друзья, посмотрите мой сегодняшний брифинг, я как раз рассказывал о том, почему новозеландец будет точно расти дальше. Короче, ставка на лонг сохраняется. Виталий, слово тебе передаю. Так, всех приветствую. Итак, давайте пройдемся по тем идеям, которые я в прошлый раз говорил. Это была идея по доллар-франку. Он аналогично застрял, как индекс доллара в таком боковичке. Я его еще, скажем, советовал ребятам шортить еще с прошлой недели, но он пока не сильно идет вниз, набирает какое-то идет накопление сильное. Но все-таки я думаю, что он, по идее, должен сходить вниз. Конечно, ситуация, возможно, сменится в любой момент, если будут пытаться пробить вот верхнюю границу, это в районе там 0.91, там 40, 0.91, 50. Если там где-то будут пробивать, то тенденция сменится. А так пока удерживаем шорты по данному активу. Кто не шортил в прошлый раз, стоп-лосс я ставил на отметке 0.91.50. Мы до него не добили. Можно там же стоп-лосс оставить, с текущих можно снова набирать шорт и ожидать тоже значение 0.90. Скажем, вот эта идея сохраняется по данному активу. Дальше евро-доллар. Я тоже в понедельник говорил о покупках, они локально отработались, дальше скинули. Я вчера чуть-чуть ли было не запутался по евро-доллару, в какую сторону смотреть. Изначально утром даже рассматривал шорты, немножко даже шортанул небольшим объемом. Он там снизился где-то на пунктов 30-40, и в итоге я все-таки сделал более детальный анализ и советовал всем покупать данный актив. И думаю, что кто не купил на вот этом накоплении, которое было еще с прошлой недели и эта неделя, конечно, такие шпильки вниз хорошие. Я думаю, что евро-доллар должен уйти до отметки 1.20. Поэтому, кто не купил, сейчас можно на пробой купить, на стоп-лосс ставить там за сегодняшний минимум, как вариант, скажем. Ну, пока более красиво это доллар-франк. Так евро-доллар можно вдогонку как вариант купить. Это, в принципе, все. По новозеландскому доллару согласен. Фунт-доллар аналогично, он смотрится только вверх. У нас идет сейчас по нему достаточно такой красивый выраженный тренд, вот этот локальный, плюс идет среднесрочный тренд лонговый, он четко удерживает трендовую. Еще с прошлой недели, с понедельника советовал его покупать, аналогично. И на текущем можно тоже там рассматривать покупки, кто не купил, или те, кто купили, возможно, дальше удерживать, пока смотрится все в лонг, тенденция пока в лонг. Что идет против рынка? Это золото. Золото, я, конечно, по золоту, ты знаешь меня, я был по золоту все время медведем. Все время его рассматривал только в шорт. Но даже у меня был такой казус небольшой где-то на прошлой неделе. Я его рассматривал только шорт, и в какой-то момент я его там купил. Получил стоп-лосс. Стоп-лосс в рамках рисков. То есть я там не удерживаю на текущем там шорт, то есть лонги, потому что там уже снижение идет слишком большое. Пропустил я вот это снижение в шорт, хотя я его видел и все время только рассматривал шорты, где-то выносили. А на текущий момент у нас тенденция шортовая по золоту, но есть один такой момент на часовом там фрейме. Это стратегия моего знакомого одного трейдера. Он, скажем, ловит вот такие небольшие, скажем, двойное дно или там двойная вершина на, скажем, нисходящем или восходящем тренде. У нас как раз сейчас формируется такой момент, вот на минимуме вот этого тренда нисходящего, который идет по золоту, у нас есть двойное дно. Если мы сейчас будем хорошим импульсом пробивать ночной хай, то
и дальше должны импульсом хорошо уходить, то, в принципе, можно словить разворот золота. Скажем, это, скажем, не торговая рекомендация, это просто кто там любит рисковать, то mm-hmm. можно к этому присмотреться со стоп-лоссом, если там даже покупать стоп-лосс не больше за ночной минимум, потому что дальше, если будут падать, могут провалиться. Поэтому вот тут такое наблюдение, скажем, по золоту. По поводу других рынков, нефть, ну, пока там тренд лонговый, S&P не пошел по тем ожиданиям, которые я ждал, но я говорил, что возможно рассматривать от уровня шорт, но здесь бы еще завернуть чуть-чуть вниз, потому что там была бычья дневка, желательно было медвежью еще подождать, чтобы завернули по данному активу. Плюс, кстати, недавно читал информацию по этим историческим максимумом маржинальности на рынке. То есть сейчас, как ты знаешь, многие пришли на рынок фондовый, и многие используют кредитное плечо, там в акциях, в опционах используют. И мы сейчас находимся на историческом пике, и вот эти пики были раньше, там 2008 год, 2000 год, там 97, вот как раз перед вот этими кризисами. И, конечно, это не говорит о том, что мы прям в секунду, в текущую секунду будет обвал на рынке, но это говорит о том, что рынок перекуплен и все сидят на марже. Это даже было проблемой в перед большой депрессией, Великой депрессией, которая была в 20-30-х годах в США. Там тоже, когда пришли на рынок и использовали кредитное плечо, тоже что с этого получилось. Поэтому вот нужно к этому понимать. Конечно, рынок может еще сделать несколько, там, 5-10%, но это не то, что если купить, там, это касается рынка акций, что сейчас все топовые акции находятся на исторических хаях, и сейчас их покупать, потом пересиживать в просадке, там, 5-10 лет, то есть это не то, что хотелось бы, то есть это нужно учитывать. То есть в следующий раз я покажу картинку, там, очень интересные данные, поэтому это нужно учитывать и понимать. То есть это... Спасибо тебе, Виталий, за комментарий. Круто. Может быть, слушай, ну, с учетом того, как ты следишь за новостным фоном, я допускаю, что если даже ты не против, можем как-нибудь подготовить видео несколько в ином формате. Может быть, знаешь, есть у нас рубрика о свободном общении, опять же, с теми, кто сейчас на среднем долгосрок готов говорить. Я думаю, что с тобой будет очень крутой ролик, Виталий. Так что ты подумай, уже с тобой давай обсудим это кулуарно, как ты, за или нет, и если что, сделаем. Хорошо. Спасибо тебе еще раз. Хорошего закрытия недели, классных выходных. Все, и до следующей недели. Пока.